Безопасных и качественных дорог в Чебоксарах становится больше. Сегодня приемку прошли еще 9 отремонтированных участков. Проверять дороги общественник Александр Алексеев едет на своем автомобиле. Так сразу можно оценить их качество. Каждый день езжу за рулем по городу Чебоксары. В принципе, в целом все идет хорошо. Я, в принципе, стал меньше в городе, чем было раньше. Дороги стали реально за эти 2 года лучше. Насколько лучше, сейчас узнаем. Первый участок — улица Чапаева. Подрядчик заменил более километра асфальтового покрытия. Во время ремонта было несколько замечаний на завышение. После этого эти замечания устранились. Сейчас мы хотим еще раз попробовать проверить. Проверять собрались ливневки. Именно они не соответствовали требованиям. Ливневка занижена на 9 миллиметров. Это соответствует нормативам СП-78-13-330. Допуски до 3 сантиметров должны быть. Здесь вода сюда будет, значит, попадать. С помощью дорожной рейки измеряют продольные и поперечные уклоны. Они влияют на то, будет ли после дождя вода стекать в ливневки, а также ровность покрытия. Здесь 0, 0, 1, 1, 0. Ровность дороги соответствует нормативам. Это финишная проверка. Качество асфальта и его укладки уже проконтролировали. Сделали вырубки и исследовали в лаборатории. Такой подход на каждом объекте. К примеру, небольшой участок по проспекту Мира проверку не прошел. Получили результаты, изучили и выбрали время. И заасфальтировали данный участок в соответствии с проектом. Качество никаким образом не отличается от основного участка. Все соответствует, да. И по прочности, и по водонасыщению. Всего на проспекте Мира отремонтировали около 3 километров асфальта, чуть больше на Президентском бульваре. Во время работ претензий у проверяющих почти не возникло. Был заметен шов, но его быстро укатали. Сейчас комиссия проверила уровень ливневок, ровность покрытия. Все в норме. Серьезных замечаний нет. Дороги ровные, профиль ровный, соответствующий нормативам. Общественники, стройконтроль, представители подрядчика и администрации Чебоксара уже приняли 17 участков дорог. Это почти половина из запланированных на этот год. Все те дороги, которые приняты и которые в данный момент принимаются, они все проходят приемку. То есть все небольшие, может быть, недостатки, которые были, они все устранены. То есть все замечания были устранены подрядчиком, и пока приемка идет хорошо. То есть все подрядчики справляются со своими обязанностями. Все ремонтные работы на особом контроле у главы администрации города Чебоксары. Как только пройдет приемка, подрядчик начнет наносить дорожную разметку. Чебоксарские дороги в полной мере станут безопасными и качественными. Татьяна Леонтьева, Валерий Рязюков, Республика.